Декоративный светильник с миниатюрной композицией на крышке делаем из стеклянной банки. Обезжириваю ацетоном. Верх защищаю скотчем. На пластилин прикрепляю стеклянные камушки. Затем стекляшки снимаем. Наношу строительную шпаклевку. Спонжем создаю фактуру. Для имитации скалистого берега можно использовать мелкие камушки, плоские бусины, косточки от фруктов, все, что есть под рукой. Даем шпаклевке чуть схватиться, не дожидаясь полного высыхания, и убираем пластилин. Вырезаю из стулки от полотенец. Размеры домиков из гофрокартона 1,5-2 см. Каменная кладка из картона от яичного лотка. Всю композицию покрываю шпаклевкой и отправляю на просушку. Баночка высохла, окрашиваю акриловыми красками голубой и изумрудный. Скалистый берег грунтую темно-коричневой,
Затем добавляю немного охры. И сухой кистью светло-серый цвет. Немного пены прибоя. Чуть-чуть только на рельеф металлик цвета морской волны. Предварительно покрыла глянцевым акриловым лаком. Акриловую краску развожу водой. Стираю увлажненной салфеткой. Когда высохнет, немного осветляю методом сухой кисти. Немного цвета охра. Для озеленения островка использую искусственный мох. Пропитываю мох клеем ПВА, разведенным водой. Также можно налить немного воды и пустить свечку в плавание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.